топаешь ты там тоже, да, ты? Так я прям очень вот много топаю. Пулемет М200 РГ. Спасибо, не надо. Винчестер. Так, а еще тут, выше тут, кстати, можно взорвать всю эту закрепить на стену. Да, тоже... вот я хочу это сделать сейчас. Я тогда так лутал тоже. Там типа что-то будет? Да, не, ну не обязательно. Но там же на каждой в такой комнатке там есть еще выход на улицу, на балкончике там тоже часто бывает всякое. Не только на этом этаже, на каждом, вот там справа выход на балкон. Блять, почему у меня тут одиноко вот, ебать? Там дверь на балкон, и там, короче, тоже есть всякое. Ну это на всех этажах. Не нашел я снайпер, Тима, здесь? Ну да, время уже, сейчас зона пойдет. Да, паркур здесь, кстати. Блять, высоко прыгать. Да. Ладно, Игорь, я спускаюсь, пошли отсюда. Блин, хотя в этом городе могут кто-то, блядь, что делаю? В этом городе может кто-то быть. Кстати, Игорь, запустись. О, можно идти, да? Бля, я не знал. Есть и идти одновременно, бля, нифига себе. А как он не сбрасывает, я не понял. Ну ты видишь, медленно идешь, добавили, ну как, блядь, недавно. А как медленно идти тогда? А он сам идет. А, меня сбрасывается просто, если я иду, ну, что-то странно. Ладно. Нет, ты нажимаешь вначале итим, а потом идешь. Блин, ничего не нашел. А, либо я с шифтом просто жму, пошли, поэтому. Пошли, пошли, Игорь, чуть вперед. Угу. Блять, нам теперь вот на горку возвращаться. Да, у вас тут стеночка, заебись, можете просто стоять, следующую зону ждать. Ну все, уже спалили. Двое. Блять. Опять за километр. Откуда даже... Я что-то даже не очень понял, откуда я тоже. За 2 километра, блядь, где-то. Я вроде бы сныкался, Игорь, а ты как хочешь, так же умереть? Они вон там. Игорь, у тебя много бустов. Сиди за зоной. Бля, как переключиться на Игоря? Пейдж ап, пейдж даун. А, спасибо.